Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я готовлю венский пирог с вишнями. Это очень популярный пирог, несмотря на то, что сюда идут очень простые продукты, которые есть у каждого дома. И очень быстро он готовится. Но, несмотря на это, о нем все слышали. Я думаю, что многие его пробовали. Но кто не пробовал, я предлагаю приготовить, испечь этот пирог, попробовать и угостить свою семью. Что для этого нужно? У меня была пачка масла. Я 20 грамм масла отрезала для того, чтобы смазать форму. Значит, здесь 180 грамм масла, 4 яйца, 200 грамм муки, 2 трети стакана сахара, вишня 200-300 грамм. Вот вишня. Сюда идет любая свежая, консервированная, мороженая, какая есть у вас дома, лишь бы она была без косточек. Разрыхлитель теста, ванилин и сахарная пудра. Значит, готовится он очень быстро. Что нужно сделать в первую очередь, это приготовить вишню. Если она у вас мороженая, значит разморозить, удалить косточки и дать ей немножко стечь. Ну, у меня вишня с вареньем, она уже готова. Вот, значит, включаем духовку на разогрев на 180 градусов и начинаем месить тесто. Масло должно быть размягченное. Вот в масло всыпаем полностью весь сахар и взбиваем миксером. Стараемся сахар как можно больше масла и сахар взбиваем в пышную массу. Вот взбила масло с сахаром. Теперь продолжаем взбивать. По одному нужно ввести яйца. Вот взбила всю массу. Такая вот получилась она у нас. Здесь масло, сахар и все яйца. Теперь вводим сюда все сухие ингредиенты. Значит, просеиваю муку. Высыпаю сюда. Сразу всю муку не высыпайте. Грамм 50 можно оставить. Добавляю муку в разрыхлитель. Полную чайную ложечку с горкой. Добавляю муку и ванилин. Ванилина, если у вас чистый ванилин, значит его совсем немножко. Если ванильный сахар, значит можно всыпать пакетик. У меня чистый ванилин, я сюда добавила совсем чуть-чуть. Так, муки я немножечко оставила. Сейчас перемешу, посмотрю на консистенцию теста. Тесто должно быть не густое, как консистенция густой сметаны, чтобы оно в форму вливалось. Вот, больше муки я добавлять не буду. У меня осталось 50 грамм муки. Значит, сюда у меня ушло 150 грамм. Количество муки зависит от того, какого размера яйца были, как набилась масло с сахаром. Вот такое вот должно быть тесто. Так, форма у меня уже заранее подготовлена. Она смазана маслом, посыпана мукой. И на донышко я положила пергаментную бумагу. Теперь все тесто выливаю в форму.
Так, вот тесто в форме, я его уже разровняла. И теперь по всему пирогу разлаживаем вишенки равномерно. Если у вас форма будет немножко диаметром поменьше, значит пирог у вас будет немножко выше. У меня форма 26 сантиметров в диаметре. Так, вот вишня на пироге. Если у вас вишня свежая или мороженая, она более легкая, чем сварение, значит вы ее немножко вдавите в тесто. У меня вишня тяжелая, сварение, так что она и сама немножко осядет. Ну, теперь последний штрих, это посыпаем все сахаром для вкусной хрустящей корочки. Я сахара буду сыпать немного, потому что вишня у меня сладкая. Если же у вас свежая или мороженая вишня, значит где-то 2 столовые ложечки сверху нужно посыпать на пирог. Вот и все, готов у нас пирог к выпечке. Духовка у меня уже разогрелась до 180 градусов. И ставим на выпекание где-то 35-40 минут. Ну, тоже все зависит от вашей духовки. Нужно пробовать на готовность. Вот и все. Такой быстрый, вкусный, популярный пирог. Все, ставим его выпекать. Так, ну вот пирог спекся. Он выпекался 35 минут. Видно, что, как я и говорила, вишня тяжелая, сварение, она опустилась, не надо было ее придавливать. Вот такая красивая блестящая корочка получается от сахара. Она придает особый вкус этому пирогу. Теперь я его извлеку из формы и посыплю сахарной пудрой. Так, ну вот, осталось посыпать его сахарной пудрой. Как я говорила, если у вас форма поменьше диаметром, значит у вас пирог получится повыше. Ну, в принципе, вкус не меняется. Вот такой вот красивый и вкусный пирог получается буквально за 10 минут на приготовление теста, 35 на выпечку и плюс, чтобы он немножко остыл. И приятное чаепитие с вкусным пирогом. Так что готовьте. Приятного вам аппетита. Пишите комментарии. Всем пока.